Привет, ребята! Новый влог, новый день. И я сегодня, можно сказать, весь день дома. Ездила по делам, туды-сюды. Короче, что я вам хотела рассказать. Я выпустила сегодня новый влог, который называется «Шопинг, фотосессия с мужем, ресторан». И я хотела бы вам зачитать некоторые комментарии. Не только под этим влогом, вообще сейчас посидим, почитаем комментарии, потому что это одна из моих любимых рубрик, где я отвечаю на негатив, еще что-то. И потом мы все это бурно опять обсуждаем в комментариях. Все пишут опять, что у меня скучно жить, потому что я только сижу и читаю комментарии, опять сижу, кушаю виноград. А я во влоге говорю то, что мы в январе планируем поехать на дачу, тусить, отдыхать, там шашлыки, мошлыки, париться в бане и так далее. Ну просто рассказываю, что вот так вот мы планируем уже на новогодних праздниках отдыхать на даче. Юлечка, когда вы планируете завести детей, мужчинам париться нельзя. Вот у меня такой вопрос. Меня все настырно сейчас обвиняют в беременности. Это, наверное, как-то заразно, я не знаю. Я, конечно, неоднократно говорила, что мы хотим детей, да, но с чего вы решили, что мы хотим детей прямо сейчас? С чего вы решили, что мы хотим, не знаю, не париться в январе в бане, а детей делать? Ну, например, да? Люди такие бестактные, так хорошо умеют залезать в чужую жизнь. Подбородок убрала или сам рассосался уже? Я думаю, что у меня уже много чего давно рассосалось, потому что я уже давным-давно не ходила ни на какие процедуры. Не знаю, мне кажется, я выгляжу нормально. Я думаю, что многие даже могли обратить внимание, что я сторис в последнее время выпускаю вообще без фильтров. Ну, в основном я снимаю себя в зеркало куда-то, то есть лицо сильно прямо так вот не снимаю, как обычно, но я даже в шоке с того, что я постоянно снимаю себя даже в зеркало, но на заднюю камеру без фильтров, без масок. То есть это большая редкость. И я сейчас, в принципе, себе нравлюсь, хотя я поправилась на дохера, что весила я 48. Я уже это часто говорила, не в первый раз во влоге рассказываю. Весила я 48, еще в начале лета, мне кажется. То есть за лето, за осень я поправилась, блин, ну килограмм 5 точно. То есть я сейчас вешу где-то 53-54, ну типа капец. И на самом деле я думаю, что это мой нормальный и здоровый вес. Но мне, конечно, нравится, когда быть прям супер худой, потому что у меня, правда, сейчас и щеки появились, и все такое, и руки у меня стали более мясистые, я это сама замечаю, то есть по сравнению с тем, как было раньше. То есть вот так вот еще ничего, вот так вот. А вот так вот уже как будто жирная. Но на самом деле мне вообще на это пофиг. Ну, типа, короче, я просто не заморачиваюсь. Я думаю, что это мой здоровый вес. И я думаю, что это неплохо, а наоборот, даже хорошо. Потому что мне неоднократно даже вот врачи какие-то, к которым я когда-либо обращалась по разным вопросам, говорили, что я слишком худая, что это нездоровая какая-то тема. Поэтому, несмотря на то, что я поправилась, и кого-то это, может быть, напрягает, и кто-то любит тыкнуть в это, то, что у меня щеки появились. Не знаю, что плохого в том, что я, наоборот, уже давно не делала никакие себе инъекции. Я думала, наоборот, все такие: да, молодец, натуральность. А наоборот, прикиньте, пишут, тыкают пальцем вообще, типа, ты чё, все сдулось? До Нового года с каждым днем остается все меньше и меньше. Я, если честно, безумно рада и с нетерпением жду, потому что, в принципе, я люблю этот праздник, такой семейный прям. И мне нравится, что каждый год это такой момент, когда ты можешь задуматься о каких-то переменах. И даже если ты о них не задумаешься, в любом случае каждый год происходит что-то новенькое. И, конечно, безумно интересно, что готовит будущий год и как он проявится в каждом знаке зодиака. И, кстати, 2023 год — это год черного водяного кролика. И это очень доброе существо, которое должно принести удачу всем. Я лично в гороскопы верю, как вы знаете, и я случайно наткнулась на интересную акцию «Гороскоп успеха». Там нужно выполнять простые действия, получать за них очки, и потом можно обменивать на призы. Что нужно сделать? Какие действия? Первое. Отмечайтесь на странице акции. Действие можно выполнять один раз в день и получить за него 50 очков. Второе. Поделитесь страницей акции с друзьями. Ссылку на акцию можно отправлять максимум 5 друзьям в день. Вы получите 20 очков за каждого друга. Скачивайте приложение со страницы акции. Максимум можно скачать 3 приложения в день. За скачивание приложения можно получить 30 очков. Очки можно потом обменять на смартфоны и часы Huawei, наушники и купоны в App Gallery. Кстати, App Gallery можно установить на любой Android. Ссылку на акцию оставляю под видео. Не так давно, вы знаете, у Карины выходило видео про замерзшую беременность. И это достаточно часто происходит с девушками, и когда вы кому-то пишете: когда дети, от чего когда дети, иногда включайте свой мозг, а вдруг человек что-то пережил, например, а вдруг не получается, а вдруг еще какая-то проблема. Просто люди очень часто об этом не думают, и когда я вижу подобные комментарии, типа, мне кажется, или ты беременна, а может быть, не надо задавать такие вопросы, может быть, об этом не надо писать, а вдруг нет. Я просто хотела вам еще раз напомнить о том, что в жизни всякое бывает, и
Если человек говорит о том, что он любит детей и когда-то хотел бы детей, это не значит, что нужно ему постоянно об этом тыкать. Я заметила, что после того, как вышло такое видео у Карины про замершую беременность, как-то я увидела комментарии, что многие начали: вот, типа, не пишите такое, ну чё, типа, блядь, такие тупые, типа, не пишите о таком, вы не понимаете, что мы не знаем, а вдруг у человека что-то произошло, вдруг что-то не получается, ну, типа, когда надо будет, человек сам расскажет. Я считаю, что это самое правильное. Не парьтесь, не засоряйте свой мозг чужими беременностями. Смотришь на рекламу Юли и понимаешь, блогинг в нашей стране упал ниже дна. Я была бы в депрессии, если бы рекламировала мировые бренды, а теперь только аптеки. Я могу так сказать, конечно, многое изменилось. Но я вообще не жалуюсь, потому что, я думаю, вы заметили, у меня в каждом ролике интеграция. Мне ее просто сувать уже некуда. По две даже интеграции где-то, приролы в начале видео. Мне уже вообще пофиг на эту монетизацию, но у меня в некоторых видео даже ее нет. Ну, короче, я вообще не жалуюсь, знаете, лучше рекламировать в каждом видосе аптеки, я считаю, чем сидеть без работы, поэтому я чувствую себя просто чудесно. Когда ты говорила про холодную пюрешку, я же заулыбалась. Говорят же, что красота в простоте, и это 100% о тебе. Прекрасный человек, классное чувство юмора. Спасибо за новый влог, я только старый досмотрела. Так мило. Юля, снимай, пожалуйста, уборку тоже. А еще вы будете надо мной смеяться, потому что я в магазине Intimissimi взяла мужские себе вот такие друханые семейники. Я в них дома хожу как в шортах. Честно, я не понимаю, почему у мужчин такие удобные трусы. Реально не понимаю. Самое нормальное нижнее белье для девушек, чтобы твоя жопа не разделялась на 4 куска и вообще, в принципе, в джинсах, в штанах выглядел супер, в лосинах, это стринги. Это же вообще, ну, типа, неудобно. Типа, конечно, к этому привыкаешь, особенно если много лет ходишь в таком. Мы ждем пополнения в себе. Наконец-таки. Я счастлив от этого. Мы ждали этого 5 лет. Так много всего хочешь сказать. Так мило. На самом деле, я не злюсь на людей, которые пишут, типа, Юля, беременна, мне кажется, или ты беременна. Я не злюсь, потому что я понимаю, что, ну, наверное, есть люди, которые меня любят и которые хотят, чтобы у нас был ребенок. Знаете, как я вот когда-то смотрела там на Олю Бузову и думала, блин, вот так хочется, чтобы у нее малыш был. Ну, типа, женское счастье. Ну, с другой стороны, я понимаю, что это не всем нужно, да, не все хотят ребенка, я это прекрасно осознаю и так далее. Вот, и когда я вижу людей, которые хотели ребенка, и они ждут ребенка, или у них уже родился малыш, и я так тоже за них рада, но я никогда в своей жизни никому не буду писать в комментариях, в знаки вопроса, там, не знаю, в директ, никогда ни у кого не буду спрашивать, типа, ты беременна? А когда у вас ребенок? Ну, типа, ну, потому что это реально жестко. Я никогда раньше этого не понимала. Я раньше к этому спокойно относилась, когда об этом писали. Я думаю, что в силу возраста еще, типа, ну, когда, еще рано, типа, когда ребенка. Но потом, когда я подросла, как-то стала расширять свой кругозор и на эту тему тоже, я поняла, насколько это реально, ну, неправильно такое писать людям. Плюс ко всему, у меня начали происходить в жизни какие-то истории, да, у знакомых. И просто я поняла, что реально никогда нельзя спрашивать такое, никогда, потому что ты не знаешь, что человек вообще переживает, что он прошел в своей жизни. Ну, короче, всегда думайте, прежде чем такие вещи писать. Я понимаю, что даже от того, что я сейчас это говорю, рассказываю, все равно никто мне ничего не поверит, не послушает, все равно в комментариях под этим влогом будут, ну, смс-ки, комментарии о том, что, типа, ну, мне кажется, все равно беременная она. Юля, ты беременная, ты беременная. Я с этим смирилась, в принципе, я понимаю, что это неизбежно, поэтому я к этому спокойно достаточно отношусь. Но не прокомментировать эту ситуацию все равно не могу, потому что есть люди, для которых это совсем неспокойная ситуация, для кого это очень болезненная тема. И, ну, просто реально еще расскажу, что подумайте в следующий раз, когда будете кому-то что-то такое писать в комментариях или еще где-то. Я совсем забыла вам сказать, что я была на маникюре в Smile Studio. Посмотрите, какая красота. Сейчас красиво сделаем. Как сделать красиво? С колечком. Такой красивый френч мне сделали. Вообще. Просто красота. Еще я думаю, вы заметили, что на некоторых влогах я без кольца. Иногда я его снимаю, потому что я нахожусь дома, что-то готовлю, убираю, там оно цепляется. Ну, не то, что цепляется, в принципе, я с ним спокойно живу, моюсь, сплю и так далее. Но иногда я снимаю просто, чтобы не пачкать лишний раз, потому что все равно частички всякие, пылинки, говнинки забиваются куда-то. Периодически мы относим наши колечки на чистку, потому что они, ну, понятно,
как бы крем, шампунь, там котлеты, вот это все делаешь, поэтому все это надо чистить. Вот, иногда я все-таки снимаю, и бывает, что сняла и в итоге забыла потом надеть, а иногда в итоге вспоминаю, надеваю, хожу вот такая красивая. Кстати говоря, из-за того, что я поправилась на 5 килограмм, вот это кольцо мне прям тяжело надевать. Вот это хорошо, ну, легко заходит и легко снимается, но не спадает. А вот это прям тяжело, вот, вот здесь вот, где косточка, вот это вот, прям тяжело идет, просто трэш. Прям сейчас вообще... Прям жир там какой-то нарос. Мы досмотрели сериал 1889 или 1998. Мы его досмотрели, первый сезон. Спойлерить не буду, ну, блин, я прям ждала, когда он закончится, потому что вроде интересно, вроде... Что-то необычное, но настолько, бляха-муха, все замудрили, закрутили, что я в какой-то момент поняла, что даже когда они мне расскажут, типа, в чем фишка, я все равно не пойму, потому что настолько все запутанное, ну просто охренеть. И мы начали смотреть Wednesday сериал, пока что посмотрели только одну серию, вот как раз вчера мы досматривали тот сериал и начали смотреть первую серию Wednesday. Но в целом ничего, вроде пока прикольно. Интересно, что будет дальше. Еще выходил сериал, первый сезон Винкс. Мы его тоже посмотрели, как раз когда он вышел. И почему-то второй все так не выходит и не выходит. Интересно, он вообще выйдет? Винкс, второй сезон. Вообще, блин, что за хрень? Зачем так долго делать это? А, он что, вышел? Нихера, он вышел? Ничего себе! А чё вы молчите? А чё молчали? Интересно, на русском? Ну, наверное, должно быть на русском. Вся реклама придет. Я не через всякие сервисы, тем более, что у нас Netflix'а теперь нет. Раньше мы тоже на Netflix подписку оформляли, все как бы смотрели, но теперь у нас в России Netflix нет, поэтому... Да, реально! Хорошо, что я вспомнила, потому что я вспоминала как-то недавно, типа, что за херня? Они же сняли, вроде прикольно было, ну, интересно так тогда, когда выходила. И что они, ну, не продолжают? Где вообще второй сезон? Оказалось, что вышел второй сезон, прикиньте. Кстати, несмотря на то, что закончились все вот эти вот варианты подписок, Netflix, много, на самом деле, всяких таких штучек стало недоступным для нас, какие-то там... Не знаю, оплаты, еще что-то. Я могу так сказать, намного больше денег сэкономили и живем как раньше. Если что-то приспичило, смотрим на пиратских сайтах. И вообще пофиг. И кому от этого хуже? Ну да, мы смотрим типа с рекламой и, может быть, не знаю, не с таким супер-пупер переводом иногда, да, но в целом нам вообще норм. Ну да, конечно, не так круто, как было, но, по крайней мере, деньги экономим, хоть какой-то плюс, то есть все равно есть плюсы. Периодически стараюсь заставить себя пить больше воды. Такой текст у меня начался, знаете, как будто реклама. Постоянно стараюсь пить больше воды, потому что это хорошо, чтобы организм все работал супер-пупер, но каждый раз у меня это не получается, каждый раз я забываю о том, что надо пить воду, поэтому единственный способ, вот насколько я реально знаю, такой рабочий, чтобы пить воду, чтобы она просто всегда рядом с тобой стояла, потому что ты в любом случае захочешь чуть-чуть освежиться, попить чего-нибудь прохладительного, если рядом есть вода, то это класс. Так, я поставила свет маленький такой, у меня есть круговой, чтобы был просто хороший свет, а я уже не знаю сколько мечтаю разобраться у себя в столе, потому что, как вы знаете, я это делаю периодически, раз там в год, в полгода, ну не знаю, в общем, по мере того, как тут все засирается, забивается, и как бы я ни старалась, чтобы здесь была чистота и порядок, все равно со временем все превращается в мусорку какую-то. Вот так выглядит у меня первая полка. Вот так у меня выглядит вторая полка. Вот так у меня выглядит третья полка. Так выглядит четвертая полка. Так выглядит пятая полка. И, конечно, меня это жутко бесит, потому что, ну, просто я не люблю беспорядок. Типа, почему он мне должен нравиться? У меня здесь есть в Кальзидонию какая-то штучка. Ашан! Надо, кстати, оформить. Постоянно, когда нам эти карты дают где-то, я все время потом забываю их как-то активировать. Наверное, по QR-коду. Вот бы это сделать, просто чтобы уже это было все. Мне постоянно приходит сообщение, что не хватает места в хранилище, что-то такое. И я не знаю. У меня из-за этого иногда даже глючит что-то там, навигатор. Короче, мне срочно нужно почистить телефон. А в идеале вообще новый телефон. Потому что у меня 12-й iPhone, то есть уже был 13-й. И сейчас, получается, уже 14-й будет, или, ну, типа, уже есть там, да, он уже есть, вышел. И, по сути, да, конечно, мне было бы неплохо обновить, потому что, ну, все-таки это мой рабочий инструмент, помимо просто жизни, того, что я по нему звоню там,
смс-ками обмениваюсь, я на телефон сфотографирую, что-то снимаю, те же сторис, ну, как бы, и рекламные какие-то проекты, поэтому вообще не жалко было бы взять и купить новый телефон, только был бы он, и все равно по какой-то приемлемой цене, потому что я знаю, что, ну, вот эти айфоны, особенно сейчас, их же не достанешь вот так вот просто, но я знаю, что можно заказать, ну, может быть, закажем, не знаю. Просто это пока не горит, все-таки я привыкла к тому, что я могу подождать спокойно там полгодика, ну вообще ничего не произойдет за эти полгодика, а цена на iPhone станет меньше, он станет доступней, его будет легче купить, выбрать там в магазине и не ломать свою голову, потому что, по-моему, вот эти я заказывала онлайн. Самое такое сложное, чем я хочу заморочиться, ну как, не то что заморочиться, а чем было бы неплохо заморочиться, чтобы навести порядок и на компе, и на телефоне, это просто сидеть, все это чистить, разбирать, проверять, потому что, ну, это действительно такой важный момент. Я всегда волнуюсь, я хочу, чтобы вот в таких вещах, файлах, там, документах всегда был порядок. Короче, у меня используется 306 гигов из 512. Сейчас он еще там что-то вычисляет, но, типа, блин, какого хрена у меня постоянно, вот, сбой в копии данных iPhone. Хранилище iCloud недостаточно свободного пространства для хранения резервных копий. Короче, в какой-то момент Слава подключил меня к семейному что-то там. И в этом семейном, получается, брат Славы, Ярик, и его мама. Но его мама, написано, не использует вот этот iCloud. Я использую всего 16 гигов, Слава 24, а Ярик 42. У меня вопрос. Что может такого большого быть на телефоне у подростка? Ну окей, ему почти там сколько, ему 17 лет. Просто типа у меня 16 гигов, ну извините меня, у меня вся жизнь в телефоне, это моя работа просто круглосуточно, нон-стоп, уже много лет. А Слава, по сути, Ярик использует телефон там, ну типа что-то почитать там, позвонить, по смс, сфоткать там что-то. Но у меня просто реально вся жизнь в телефоне, я не понимаю, какого хрена... Буду разбираться. Так, я пойду разбираться со своим мужем по поводу iCloud и по поводу его брата, который занимает 42 гигабайта, блин. Короче, уже, блин, почти 9. Офигеть. Но я только сейчас буду делать ужин. Потому что до этого я вам говорила, что вкусная точка покушали. И дело в том, что даже сейчас мы не голодны. Но мне хочется сегодня вкусненько поужинать. Вот. Не хочу, чтобы моим последним таким каким-то приемом пищи было фастфуд, хочется что-то еще. Сейчас я разморожу курочку, которую в тот раз вместе с вами делала. Кстати, разморозка на даче в микроволновке намного лучше работает, чем здесь. Просто на даче у нас в микроволновке можно прям выставить хоть 10, там, 15 минут, сколько хочешь, и оно будет размораживаться. А тут какие-то функции. Не знаю, как это работает, он типа будет там 7 минут мне размораживать, но мне надо больше, конечно же. Пока он размораживает, мы сейчас с вами будем пылесосить. Я сделаю курочку, макарошки сварю, пожарю их с маслицем, как моя мама делает. Я на самом деле обычно просто сварила макарошки и все, сразу их есть. А моя мама, она их еще потом обжаривает на сковородке. И, конечно, это получается намного вкуснее. Я вчера к ней в гости заезжала, и она готовила печенку куриную, и макарошки у нее такие были. И я прям вообще съела все, так вкусно было. Хотя, казалось бы, да, макарошки. Но прикольно, намного вкуснее, поэтому тоже сегодня так сделаю. Кстати, знаете, о чем я подумала? Я вот за всю свою жизнь, сколько мы здесь живем, наверное, раза два слышала, чтобы сверху кто-то пылесосил. Я постоянно думаю, либо они пылесосят тогда, когда я сплю. Ну это что ж такое получается? Каждый раз они пылесосят, когда я сплю. Я же не всегда поздно встаю и так далее. Вот. Либо там вообще не убираются. Не знаю, кто над нами живет, хотя однажды была даже в квартире у этих людей, потому что когда-то нас, ну, затапливали немножко. Вот. Но это было лет 100 назад, поэтому даже не помню. Вот. А еще под каким-то влогом у меня был такой комментарий, то, что я такая дрянь, шумлю. До скольки часов можно... шуметь. Офигеть. Согласно закону, шуметь в Москве разрешается с 7 до 23 часов в будни и выходные. Хотя при этом пишут, что в будни запрещено шуметь с 9 до 8 часов. Сейчас 9. 20.59. 45 децибел.
Откуда я могу знать, сколько у меня в чем децибел? Я думаю, что имеется в виду не пылесос, например, потому что у нас пылесос вообще, ой, тихо, практически беззвучный. То есть он реально на самом деле достаточно тихий. Я думаю, что имеется в виду не пылесос, а, например, если бы мы эту стену, короче, сверлили, допустим. Уровни шума в децибел. 40 — это капли дождя. Спокойный разговор 60. Шоссе в час пик 85. Шум фена 90. Рок-концерт 105. Бензопила 110. Максимальный звук iPad 115. Отбойный молоток 120. Есть еще штрафы. Физическое лицо от 1000 до 2000 рублей. Шумим. Так, ну что ж, я поставила воду на макароны. Поставила ускоренное, у нас есть такая штучка удобная. Он типа быстрее должен нагревать. Бустер. Вот, разморозила уже курочку. Уже все размороженное, все как надо. Можно прямо сейчас жарить, но я ее начну жарить попозже. Пусть сначала макарошки сварятся. Вот, ну, может, не то, что прям до конца сварится. В общем, я посмотрю сейчас по настроению, потому что курочка тоже достаточно быстро готовится. Вот у нас макарошки вот такие вот. Там у меня еще какие-то есть макарошки. Такие, сякие, рисочек, другие формочки. Вот. Тут тоже что-то, там мука. В общем, сначала сварю макароны, только, мне кажется, я воды дофига налила. Ну ладно. И пока у меня будут вариться макарошки, я начну делать капустный салат. А потом поставлю курочку жариться как раз. Кстати, после того влога, где я как раз делала капустный салат и курочку тоже жарила, у меня все спрашивали рецепт этого салата. С прошлого раза у меня осталась половина кочана капусты. И я еще в магазине покупала морковку. Но мне кажется, тут даже ее много. Вот. Ну, вот такую возьмем. Так, пока у нас варятся макаронки, начнем заниматься нашим салатом. Нам понадобится какая-то большая емкость. Ну, тяжело перемешивать, потому что куча вот этих тонких штучек, брусочков. У меня из таких корыг только вот такие есть. И есть еще большая кастрюля. На даче я вообще в большой кастрюле все это делала, чтобы еще было удобнее. Но у нас не так много капусты, не такой большой кусок. Я думаю, что мне должно хватить. Так, и у меня есть вот такая вот терка специальная для шинковки. Я брала в Ашане, причем в Ашане раньше были они только оранжевые. А тут недавно мы пришли в магазин, у меня уже была оранжевая и есть, но она осталась на даче, потому что я ее как-то там забыла. Ну, мы же там жили долго. Вот, и потом сюда приехала, я такая, блин, терку забыла. А на обычной терке, ну вот как, я думаю, есть в каждом доме, вот на такой, например, да, ну у меня не получается сделать то же самое, потому что, ну хотя здесь, наверное, вот это может быть, хотя нет, все равно, мне кажется, другое. Я как-то пробовала, у меня вообще получилась какая-то каша, вообще не то, что надо. Вот, но моя мама умудряется и на такой сделать при желании. Она как-то ко мне пришла в гости и говорит, давай сделаем такой салат. Я говорю, у меня терки нет, она на даче осталась. Она взяла и спокойно сделала себе тёрку. Вот что значит мама. Но я такого не знаю, не умею, поэтому нафиг. Чистим морковку нашу. Берем наш кочан капусты. Чтобы нашинковать капусту, нам понадобится вот такая насадка. Там их 3 в комплекте идет. Но я использую всегда только 2. Вообще я использую эту терку только для этого салата. Но что интересно, можно в интернете посмотреть видео прям про эту терку, потому что когда ее только купила, я не знала для чего как, и думаю, ладно, сама разберусь. И нашла в интернете, и на этой терке много чего можно классно делать. И лук там, и не лук. Ну, в общем, понятно, кому что надо, она такая функциональная для любого там овоща. Вот, но мне надо было только для этого салата. И начинаем шинковать, у нас получаются обалденные тонкие палочки. Не знаю, видно ли вам. В общем, сейчас я натру и покажу вам. Самое главное, не оттяпать себе что-нибудь. Вообще, я обожаю капусту, но просто так, понятно, ее не ем. И вообще обычно в жизни ее как-то так особо не ела. Ну, в борще, типа, да. Вот. И как-то у меня это, знаете, осталось с детства, что кто-то что-то готовит из капусты, и ты такой подбежишь, такой, а, и съел.
Думаю, наверное, есть какие-то автоматические машинки для шинкования. Но, блин, для одного салата такого, который любишь. Не, я думаю, что со временем появятся еще какие-то нужды мне для того, чтобы использовать эту терку. Но пока я ее только для этого салата использую, естественно. Самое главное, реально себе ничего не оттяпать, потому что очень опасно. И в какой-то момент мне просто остановиться. Но здесь есть еще вот такая штука, но, к сожалению, для капусты она нам не подойдет. Так, вот что у нас получилось. Вот такие палочки. Ну, есть, конечно, и не палочки. Это уж смотря какую часть трете. Но главное еще выбрать правильный ракурс, под которым нужно все это тереть. Ну, капусту. Вот, потому что иногда такая вот штучка, попка какая-то. Также тут есть две насадки с большими вот такими лезвиями и с маленькими. Я использую с маленькими для капусты, ой, для морковки. Потом с вами обжарим. Наша сковородка уже нагрелась. Тут очень быстро у меня все нагревается. Берем масло. Меня так бесит, что оно растекается. Вообще, ей-богу, не понимаю, почему. Жарим до золотистой корочки. Курочка быстро готовится. Мы пока с вами сделаем нашу морковочку. Вот, у меня тут такой творческий беспорядок, но я его сейчас быстренько уберу, потому что я это такое не люблю. Сначала рукой просто держу, а когда уже подходит к тому, что близко к руке, использую вот эту вот удобную держалку, чтобы себе тоже не оттяпать ничего. Сначала я натираю под наклоном, чтобы эти кусочки морковки... палочки были более длинными. Потом я еще чуть-чуть вот так вот вытаскиваю, но при этом держу. Там есть такие острые наконечники. Вот так это все выглядит. Ну и вот такая попка остается, что уже ничего не сделаешь. Такие не очень длинные палочки. И надо будет все это перемешать. Курочка очень быстро греется, у меня такая плита хорошая. У меня, кстати, есть еще одна сковородка, недавно купили, и было бы неплохо ее испытать. Ну, корочки сюда поставлю, сейчас я здесь все это приберу быстро. Хотя сначала лучше заправить салат. Такой салат мы заправляем майонезом и добавляем соль, перец по вкусу. Я думаю, что курочку нашу можно уже снимать, иначе она просто горит. Она у меня даже более пожаристая, чем должна быть. Ну, хотя, кто знает, как должна быть, да? Уже каждый делает, как делает. Так, я его размешала, теперь мы берем майонез. Ну, можно сначала соль, перец, неважно. Я обычно его переперчиваю, как это правильно сказать. Не знаю, зачем я это делаю, у меня случайно так получается. Но лучше чуть-чуть сначала сделайте, а потом уже добавить еще, потому что он, ну, все-таки хочется, чтобы он был немножко с перчинкой, но без перебора. Майонеза тоже главное не переборщить. Не знаю, сейчас посмотрим, но лучше добавлять постепенно, потому что такой дрянь можно сделать. У меня иногда бывает он очень остренький получается, но это не очень хорошо. Но если он очень острый получился, то можно, в принципе, немножко майонеза добавить, может, поможет. Но лучше старайтесь так, типа на глаз, но без перебора. И, в общем, перемешивать, конечно, этот салат нереальное мучение. Это приходится делать долго, так вот мучительно, как будто бы ты его даже и не перемешиваешь. Но если у вас большая какая-то, не знаю, тара какая-то, емкость, то, конечно, это можно сделать быстрее, удобнее, потому что, ну, как бы я же медленно это все аккуратно делаю, чтобы у меня все просто не вывалилось.
Вот. Но в итоге, конечно, все равно он перемешивается. Так, курочка у нас почти дожарилась. Сейчас я уже буду снимать. Конечно, подгорает прям быстро. Масло тут не разбрызгало вообще. Всю красоту испортил. Но зато я тут уже все протерла, все лишнее убрала. Вот, там у нас уже все практически готово. И сейчас на этой же сковородке пожарю макарошки. Я думаю, хватит уже. Так, вот что получилось. Уже пожарила макарошки. В итоге переложила салат в такую емкость, чтобы потом сразу ее убрать, потому что уже поздно, и чтобы вот это все не делать. Осталось убрать только сковородку. Как раз для нее есть место в посудомойке. Убрать вот эти вот ошметки от салатика. И... ну и просто протереть все. Так что мы садимся кушать, можно сказать, в честь Тоти. Короче, мы со Славой кушаем и спорим о том, кто кого научил переговаривать на видео что-то. Типа, если ты лажанул, то возьми и переговори все предложение заново, чтобы потом при монтаже все круто выглядело. И мы с ним сидим спорим, потому что он говорит, что он... Типа, я тебя научил. Типа, он меня научил. А я говорю, ты меня с кем-то путаешь, что ли? Потому что что за чужин? Типа, я считаю, что я его этому научила. Mm-hmm. Хотя как этому вообще можно научить? Точнее, показал. Так? Я тебе это показал, ты такая, о, нифига, крутая фишка, типа, и потом ты все время сама ее использовала. Это такой бред. Блядь, я не могла так да сказать клянусь, и отреагировать. Да я блогер уже не знаю сколько лет. Да я клянусь. Короче, каждый помнит по-своему, мы с тобой спорить и ругаться не будем. Сделаем так, в твоей памяти останется, что ты меня научил, и ты будешь, ну, ликовать внутри, типа, ты учитель. А я, в моей памяти, останется так, что я тебя научил, потому что это правда. Пускай. И я буду, ну, как бы об этом думать. Ну, и каждый останется при своем мнении счастливый и с любовью друг к другу. Бесплатный курс по отношениям. Меня еще удивило это, потому что мы сидели, записывали видео, а ты же этими видосами уже 100 лет до меня страдала. И ты не знала о такой, ну... Знаешь, вот я вспоминаю, как папина жена когда-то мне рассказала про восковые полоски, что ими можно не только там с рук волосы одирать, а ее можно порезать на тонкие палочки и убрать усы себе. Вот это я помню, для меня было открытие, я такая, вау, ну чтобы ты, музыкант, а я уже много лет до этого блогер, и ты мне такой говоришь, типа, знаешь, дай, кстати, попробуй, когда ты сбилась, взять и переговорить все заново, просто предложение. Я тебе объясняю. Это такая чушь, ну, типа, это просто, ребят, ну, скажите, напишите объясняю. В комментариях, кому вы верите. Конечно, они напишут тебе, они же ну, твои потому, фанаты. Что это просто я тебе говорю. Это просто истина. Когда ты начинаешь заниматься монтажом, и ты понимаешь, что ты, ну, говоришь криво, и из-за этого тебе приходится все вот так вот нарезать, то ты сам думаешь, блин, если что, в следующий раз надо просто взять и все переговорить. Ну, удали это же логично. Удали это. Удали. Как ты макарошки жареные? У нас сайт лег. Сейчас надо все транзакции за вчерашний день переначислять людям на их аккаунты в кабинете, типа на сайте. У нас как раз вчера на сайте вышла реакция. Так да? Это не просто так. Конечно, кто-то все это замыслил своим злым умыслом. Бывают неприятности, мы с ними как-то разбираемся, решаем. Опыта набираемся. Поджаристые макарошки прикольно. Лучше, чем когда просто сварил и все. Поджаристые прям нравятся. А Вивочка обожает курочку. Мы столько курицы едим, на самом деле, вот подумала. Я просто подумала, ты прикинь, вот сколько интересно в каждой семье, ну ладно, не в каждой, но какая-то среднестатистическая семья в месяц съедает курицы. Вот, допустим, семья из 4 человек. Мама, папа и 2 детей, например. Старший и младший ребенок. Ну, допустим, гипотетически просто. Прикинь, сколько курицы все поглощают. У нас курица просто везде. В котлетах, грудке, духовка, там, что еще, шаурма. Ну, типа, где мы еще курицу едим? Ну, конечно, она... Ну, что, популярное курица, мясо. Курица популярное. Популярное мясо, потому что она вкусная, она дешевая, она маленькая, его можно в огромных количествах на своих этих фермах хранить. Ну, да, курица, кстати, удобная реально. И они все жрут. Но, с другой стороны, например, корова, сейчас какой-то вегетарианец смотрит, у него корова, она большая, в ней много мяса. Она больше места занимает. Я думаю, что курица все равно эффективнее, типа, чем корова. Корова просто дороже. Сама корова, цена коровы, ты знаешь, сколько стоит корова? Живая? Ну да, реально. Мне кажется, 1020-25. Так мало, мне кажется, больше. 1170. Да нет. Погугли. Нет. Ну, а сколько стоит курица? Курица? Ну, не знаю. Сколько стоит корова? Так, примерно 150-200 рублей за килограмм живого веса. Сколько весит корова? Не знаю, может, килограмм 300.
Да, что-то много, нет? Может, 200? Купить корову. Сейчас рекламная интеграция должна быть. Ребята, мы так любим говядину. Коровы галштинские, 160 тысяч рублей. Ну, наверное, какие-нибудь специальные. Телочка джерси, 250 тысяч рублей. Дойные джерси телочки, 50 тысяч рублей. 150 тысяч рублей, 90 тысяч рублей. Ну, короче, до сотки. Ну, а, короче, не дешевая корова-то. Ну да. Как айфончик новый стоит. Только она тебя еще кормить будет. Молоком тебя поить. Детей твоих всех выкормит. Девочка тоже кушает. Мы всегда в одно время всех кушаем. Ну, не всегда, конечно, но очень часто в одно время кушаем. Хороший такой пенюнчик, любимый. Все, мы уже поели, я все убрала. Посудомойку загрузила, что-то помыла сама. Так что сейчас пойдем с вами дальше. Так, ребят, мы уже поели, я все убрала, уже даже смонтировала влог до самого этого момента, потому что для меня это всегда важно, чтобы понять вообще, что там по времени уходит, потому что изначально у меня было где-то час материала вот в этом влоге. Сколько обрезала, чтобы вы понимали? 35 минут. Ну, то есть сейчас уже, понятно, побольше, там 36 уже, наверное, но я просто к тому, что... Все равно многое обрезается, где-то я что-то там переговариваю, где-то наоборот что-то лишнее говорю. Ну, то есть, вы сами понимаете, монтаж — это дело такое. Плюс, где-то я снимаю убыстренную съемку. Очень часто убыстренная съемка — это на самом деле там не 3 минуты видео, например, вообще 40 или 50 минут я снимаю, как я что-то делаю, глажу. Вот, кстати, по поводу гладить. Гладить, наверное, конечно, я сейчас не буду, потому что уже 12 часов ночи. Вспомнила, что я поставила стираться белье. И его нужно, конечно же, повесить. Обычно я прошу всегда это делать Славу, он все вешает, потому что я в этот момент занимаюсь другими какими-то делами, но поскольку мы с вами сейчас снимаем влог и болтаем, это может быть дополнительная активность в этом блоге. Но прежде нам все равно сначала нужно снять то, что здесь уже висит. А еще пока мы здесь с вами на балконе, расскажу вам интересность. Мы когда были в Ашане со Славой, в какой-то из разов, но не последний, там были вот такие вот тофифи. Не знаю, может, еще куплю. В общем, мы купили вот такие тофифи, не для себя, а кому-то в подарок, может, кому-то из братьев, может, еще куплю. В общем, не знаю, просто это мы купили, типа, давно, но срок там очень хороший, поэтому за это можно не волноваться. Купили две коробки вот таких печеньев, которые прям, знаете, чисто из моего детства. Я такие печенья уже не ела и не знаю сколько. Я думаю, что многие наверняка знают такие печенюшки, но у меня это чисто просто вот детство-детство. Вот такие вот железные коробки, в которых потом бабушка там, не знаю, могла хранить какие-то иголки, нитки, вот какую-нибудь такую шляпу, типа, знаете. Вот, и мы купили две вот такие коробки тоже кому-то так в подарок, ну, типа, что-то там, не знаю, например, я бабушке что-то куплю там в подарок на Новый год и туда еще положу печенье, ну, допустим, крем я там ей какой-то подарю, я пока не знаю, что я подарю, вообще-то я недавно дарила крем на день рождения, дарила ей крем. Цветы не дарила, а дарила денежку. Как говорит моя бабушка, лучший подарок — коллекция марок. Вот, и я люблю дарить деньги, потому что человек сам лучше знает, что он хочет. И даже если я спрошу у бабушки, что она хочет, я думаю, многие меня поймут и поймут бабушек, которые говорят: ой, мне ничего не надо, лишь бы вы были здоровы. И поэтому ты такой, типа, блин, ну что такое вообще? Вот, и также мы в Ашане закупились конфетками Каркунов. Тоже могла бы быть ваша реклама, но почему-то вы до сих пор не написали мне на почту. Просто чисто декабрь, знаете, мут. На самом деле, вообще такие конфеты не едим обычно. Блин, что-то так захотелось эти конфеты. Сейчас, наверное, открою одну пачку, сожру. Вообще обычно мы не едим такие конфеты. Тоже это, знаете, как из моего детства, точнее, не из детства, а со школы. Потому что на какой-нибудь праздник, там, День Учителя, 1 сентября, ну, я не знаю, я уже не помню, когда там надо подарки дарить, в основном, наверное, на День Учителя. Ты покупаешь, там, не знаю, шампанское, ну, возможно, я уж тоже не помню, ну, допустим, шампанское, коробку конфет и все. И, типа, куча у тебя вот таких, или там цветы, да, цветы и конфеты. И у тебя такой подарочный пакетик с конфетами, с шампанским, например, цветы. Ну, опять же, таки, любимому учителю ты подаришь все, три в одном, ну, типа, комплект нелюбимому, только конфеты, например. Ну, грубо говоря, это я так просто вспоминаю. Вот, и вот такие конфетки Каркунов, они у меня прям в памяти, что это чисто вот такое вот, типа, подарить учителю, знаете. У нас, конечно, вот так вот прям учителей нет, но мы просто все равно взяли такие конфеты, коробочки, потому что, ну, наверняка там на Новый год после мы тоже кому-то поедем в гости, поздравим, там, не знаю, бабушке Славе, моей бабушке. Ну, короче, я не знаю, просто вот закупились, ну, наверное, мы еще будем закупаться,
Они там еще по акции какой-то были. Ну, типа, мы такие, о, давай возьмем. Потому что я вспоминаю, моя мама тоже так всегда делала, когда я училась в школе. А сейчас мы, конечно, не так часто с мамой время проводим, как в моем детстве, потому что, понятно, я с ней и жила. Я просто тоже помню, что мы приходили в Ашан, там, перед каким-нибудь праздником, перед Новым годом, закупались всем, там, всем-всем-всем, чтобы это все было, и потом уже там раздаривали, разносили и так далее. Вот, и у меня это тоже такая какая-то ностальгическая интересность, и я тоже буду так делать, тоже, ну, представляю, что когда-то, когда у нас будут дети, мы тоже будем ездить в Ашан, покупать эти коробки конфет, потом дети будут нести это все учителям. Ну, короче, просто так вот прикольненько. Вот, а так, все, что здесь надо сделать, это снять белье, которое не глаженное. Ну, как вы знаете, я его глажу. И, кстати, предыдущем, ну, короче, в каком-то недавнем влоге гладила, там еще писали, типа, какой скучный влог, потому что я его весь сняла дома, в каких-то домашних делах. И оказалось, что достаточно много людей, на самом деле, даже тех, которые работают круглосуточно, тех, у которых куча детей, там, забот и так далее, вполне себе гладят белье, находят на это время, даже в свои, там, выходные, единственные, например, находят на это время и делают это обязательно. Я вот подумала, что действительно это просто от человека зависит, а не от того, сколько у тебя свободного времени. Потому что, как говорится, да, сразу вспоминается тоже какое-то детство, какой-то подростковый возраст, когда мальчик, который тебе нравится, особо тебе не пишет, и потом говорит, что типа занят. И ты такая понимаешь, что, блин, если человек хочет, он всегда найдет время на то, что ему дорого. И еще, кстати, что хотела сказать, некоторые писали, типа, ой, да нахрена вообще это гладить, оно же все равно будет сразу мятое, ты поспишь одну ночь и будет мятое. У нас вообще нифига не мятое. Вот пока не постирается, оно не будет мятым. Ну да, оно, конечно, будет не настолько идеально гладкое, но оно будет оставаться гладким, а не таким вот, как сейчас вы видели, как из жопы после стирки. Поэтому я хочу сказать, что все равно оно остается гладким, и ты вот пока не поменяешь его, да, пока не постираешь, оно там, понятно, в стирке не сомнется, оно будет оставаться таким же гладким, классным, ну, постельное белье, и тебе будет так же комфортно на нем спать, как и в первую ночь, так и, грубо говоря, в 31-ю, но это лучше менять, конечно, чаще. Ну, короче, вы поняли, что я имею в виду. Такая мы семейка. Зя, это твоя футболка? А, это моя. Ты, блин, так знала, что не надо ее стирать с красными штанами. Да я предполагаю, что там и мои вещи постирались. Ну, ты... Там нет белого, у меня следующая стирка, все белое. Ну ты спец. А это я подумала, что лучше совсем белым не стирать, потому что здесь есть зеленый, а теперь она стала с розоватым оттенком. И мой лифчик вот такой вот. Ну, кстати, приятный цвет. Пастельно-розовый. Да. Блин, ну к нему же даже трусы идут белые. А ты можешь белые трусы также постирать вот с этим красным. И нормально. Видите, какой я архитектор цветов. Дизайнер. Кастомные вещи создаются буквально на наших глазах. Ну как-то по-другому я называю, знаешь. Колорист, ёпти. Расскажи про прибор, который у тебя есть. Я купил прибор, короче, который измеряет электромагнитные поля. Слава любит разные приборы, он у меня как этот маленький ученый. У него есть прибор, который изменяет алкоголь в крови и заставлял меня тут недавно дышать. Красота. Сколько ты уже без зуба ходишь? Да, да, наверное, год уже целый. Да, я уже даже забыла, что у него нет зуба. Для меня это уже стало нормой, данностью. Это муж без зуба. Короче, да, прибор, который измеряет электрическое поле и магнитное поле. И теперь я знаю, где в доме, где в машине, где, ну, на улице. Очень опасные места. Так вы представляете, мало того, у меня рабочее место. У меня рабочее место, все опасное, вообще вредное излучение. Слава, там прям вообще радиация какая-то. Ну не радиация, кстати, я хочу тоже купить прибор по измерению радиации. Мне кажется, что... Какие интересы у моего мужа, а у вашего мужа какие интересы? Мне кажется, что в нынешних реалиях этот прибор будет вообще супер... Ты бы лучше купил этот прибор, который измеряет... Качество воды. Я тоже его хочу купить. Купи его лучше. Зачем нам этот измеритель алкоголя? И так ясно, если выпил, что алкоголь у тебя есть. Ну интересно, сколько выпил? Ну, согласна же. Нет, вообще не интересно. Ну интересно, насколько много в тебе сейчас. С другой стороны, интересно, сколько одной рюмки самогона. Я объясню. Просто дело в том, что иногда эта штука, ну, может помочь. Вот мы приезжаем к дедушке, к бабушке, и я там иногда...
Да, бывает такое, бывает такое. А утром надо куда-то ехать. Соответственно, чтобы понимать, что вообще утром по состоянию, можно ли выдвигаться, как раз-таки такой прибор отлично подойдет. Ну, я не скажу, что я алкоголик, конечно. Но это выглядит так, как будто я каждый вообще день... Вообще так ни разу не выглядит. Если кто и алкоголик из нас двоих, то это я. Это она. Я тут гуглила, сколько корова весит. Я офигела. Я думала, что на килограмм 200-300 весит. Она, оказывается, аж 720 килограмм где-то весит. Ну, самка взрослая. А самец аж 1100 кг, прикинь. Вот такой вот прибор. Называется XRT Leaf. Вот он так выглядит. Здесь всего лишь три кнопочки. Нажимаем на основную. И вот он включается. Он будет показывать здесь электрическое поле, а здесь магнитное поле. Если оно синее, значит все допустимо. В допустимых нормах. Если покраснеет, соответственно, все очень плохо. Вот магнитное поле пошло. Ну, у нас здесь экран, понятно. Вот. Магнитное поле типа выше того уровня допустимой нормы. Ну, а если на расстоянии, где я сижу, уже даже где клавиатура допустима. Да, здесь нормально. Пойдем ко мне. У Славы там вообще. Но, кстати, мы все выясняли из-за чего. Сначала думали, может быть, из-за телевизора, но потом Слава сделал вывод, что это из-за... А, я нашел, в чем проблема. В чем? Магнитное поле вообще на нуле, а вот электронное поле, видите, здесь много. Оп, все, уже порог. Так в чем проблема? Просто в прошлый раз, когда он мне показывал это, тут у него было вообще зашкаливало, аж пищало реально как этот... Как Гейгер. Вот, там он подводил, там вообще красный был. А что ты сделал? Я выключил, короче, знаешь, что? Mm. Сетевой фильтр. А как ты... Вилки куда вставляешь? А как у тебя теперь не работает комп же, получается? Да, как? Я выключил сетевой фильтр. А сейчас смотри, смотри, вот прикол. Сейчас вот просто сюда положу. Mm-hmm. Ну вот, например, да? Цифры. Видишь, 40, но это уже много. Больше 40 это уже много. А я сейчас... О, ты отошел, меньше стало. Может, это ты магнитный? Магнит. Нет, смотри сейчас прикол, смотри. Ну, давай. Сейчас нормально все. А что сейчас изменится? Оп. Да. Вот это я включу сетевой фильтр, ребята, посмотрите. Трэш. Ну ведь ты же сидишь здесь, работаешь именно в таком состоянии. А, ты посмотри, 250, 260. Ну как к стене. Здесь. А, поменьше. Здесь поменьше ну, чуть-чуть. Хотя в прошлый раз тут вообще зашкаливало, мне казалось. А это потому что еще комп был включен. А, ну да. Вот такие вот дела, да. И вот представляете, здесь ты сидишь, а вот, короче, электромагнитные поля, они как бы влияют на нервную систему, сосудистую систему, на половую систему. Самое драгоценное. Да, типа реально. И как бы. А вот вы охуеете, реально, если вы вот этим прибором типа измерите, сколько вам выдает микроволновка. А, да, мы проверяли. Вам не захочется даже стоять в одной комнате с этой микроволновкой. Да, лучше не стоять около микроволновки, когда она работает. Но когда она выключена, все норм. Поэтому да, берегите себя и своих близких. До свидания. Вот видите, вы говорите, у меня скучное видео, у меня познавательный канал. Можно сказать, Галилео. А что вы хотите? В следующем выпуске будем проводить эксперименты. У нас уже практически пол первого, ну сейчас 0:18. Я хочу все-таки еще одну стирку загрузить, потому что я сейчас спать не лягу. В любом случае, где-то в часа два, наверное, усну. Вот, поэтому есть варик еще постирать. Не знаю, конечно, поместится туда или нет. Ну, если что, раздвинем как надо, потому что что-то в последнее время прям разленилось стирку загружать. Не знаю почему, постоянно как-то на это нет времени. Потом... И в итоге там все копится. Копится. Я думаю, да что ж такое? Я как раз специально сделала так, чтобы там осталось все белое, чтобы наконец-то постирать. У меня там есть красивое платье такое, вот как раз, ну, конечно, я не люблю зимой платье носить, да и в принципе, но он такой вязаный, с горлышком, прям прикольно. Я бы хотела его тоже уже, может, ну, чтобы оно просто было у меня чистое в гардеробе, потому что там у меня все в тоналке. Так что я пошла смывать макияж, загружу еще одну стирку, ну, домонтирую этот влог, понятное дело, просто чтобы уже с себя снять этот груз ответственности какой-то и уже спать спокойно, вот, и, ну, и все, потом пойдем смотреть сериал, как раз пока будет стираться белье. Попью фреш апельсиновый, а то что-то я его вообще два дня не пила, но я и не открывала его, надеюсь, что с ним ничего не случится. В закрытом состоянии. Посмотрим, а то я очень сильно расстроюсь. Так что спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы и всем пока.